Проблемы с тем, чтобы зайти в атаку. Помогай! Соперничать, да, проблем не должно.
Вот он звонил, ладно, 5 на 5, да, я понимаю. Так вот, а вот тут ситуация неплохая, опасно, ведь так, вот что-то не забыл. Белый кипер команды белых медведей вновь. Да, смотри, там удаленный. Мои пороты не выручают всю команду. Ну, на 6 секунд до выхода 5-го полевого, на 6 секунд, и появляется Дмитрий Мишин на площадке. Ну, еще есть время на розыгрыш, буквально 6 секунд можно быстренько разыграть. Вот это выиграть красный, начал чистый, да, получается, вперед направо, что бросок сходу, здорово, но тут не менее классно играть Владимир ловушкой в этом месте и поймал уверенно шайбу. Ну и буквально одна секунда, да, тут уже, конечно, в большинстве команды Янтарь не забьют, но дальше открывать в зоне соперника не смог. По сути дела, надо нам опять же выиграть красный, который получается делать. Ну и все, команда белые медведи играет в полном составе, тут на грани удаления, опять же они играли, но не удаляют арбитр, наброс на ворота, шайба рикошетит, ну ближе, ну рядом со штангой прилетает, дальше нам подключают еще защитника, отличный момент, Янтарь, но ноги имели прекрасную возможность открыть счет об этом матче, но нападающий не успел подстроиться под этот бросок, да, опять же, нужно отменить включение защитника, Помогай, легко! Выбросил шайбу, белые минуты, 33 ошибки.
этого полевого и Встали! Да, тренер говорит, что Сталин выиграет. Первое. Я сказал, более выиграть. Первое, еще раз. Лел, команду уже. Полторы недели. Это больше. А вот и Сталин на дальний пас не проходит, и белый перехват. А его... Вот так, здесь пошел уже, как бы, не такие существенные, но все же играет. Я приехал. Говорю, родные борта, родной лед, и это помогает. Тони Италь пытается закрепиться, пока у них получается делать, но прям буквально с линии владели шайбой, он тут смешается. Центр, бросок, но долго была подготовка, не закрывает. Вышел под бросок, игрок делает подведение, плюс просто исправляет и блокирует в этом моменте. Буквально полторы минуты до конца осталось первого периода, с этим командом. В красном зоне у нас медведи, дальше. Ну и что, неужели по нолям команда закончит первый период и головы с вами так и не видим, пока идет все к этому. Но на самом деле в первом периоде хозяева смотрелись чуть-чуть посимпатичнее. Там момента было чуть побольше, и атаки были поинтереснее. Но белые не так вставали эпизоды, особенно я помню тот эпизод там в начале матча, так там в большинстве там лежачие кувырка из ворот, но спас команду выйти. Третий. Потом еще были там в этом белом периоде, потому что хотели вызывать эпизоды. Для этого нужно есть хорошо нас стараться реализовывать. Получается, Итар на пятак выходит, а пас момент Итарного убивает на ближнюю штангу и ловит шайбу. На следующий игрок Минтай продолжает свой розыгрыш. 15 секунд осталось играть в первом периоде, совсем немного времени. Нужно угрожать пас за воротом. Здесь налево, бросок, гол! Прямо в дальний угол в штангу. Могли уж команды нас порадовать коларами по другим людям, но пока не удается, вот так, вот дальше, пока не один, конечно, там, после белый назад к тебе, пока шайбу приводят, медведи стараются там сковать немного, вот тут прессинг докупается, потому что передача была самая лучшая, но его белый впереди также, есть большие проблемы со своей передачей. Победим. А вот дальше летать, падением. Удается, а вдруг медведи очень перспективно убегают на лицо. Налево, хотя лучше делать сам. И да, спокойный, свободный лед. Ну что, Академия, шайба, да, немного команды убежали, чтобы шайбу накрыть. Если честно, у команды много потерь. Кто не точно передача, чаще именно она. Что с приемом, пока вот игра не качели. Я не такой. Угрожают, главное завершать. Вот Виталь нагружает Астахова, старается брать больше. Виталь выиграли брасанием, забирает свою позицию, но остаток все нападение. Пока ворота. Там здорово играет, но пока сменяют правила.
как-то шайбу направил, я думаю, блин, это гадость, да, была другой характер. Ну а так, ну, может, как бы просто пистолет, это ни к чему не приведет. Когда должен, он должен забивать деньги, смотрю, да, другие уже накатывать, там, подставлять, забивать. Но, видимо, надо обязательно сделать, очень хорошо. Имея такой смысла большого, а тут рентарь навалились на ворота в очередной раз, но с атаком там нажимаешь. Зайчики белых медведей не дают победы. Вот тигра. Давай. Да, я вас помню, я летал, я не все взяли кого-то одного из команды. Ну, пока не много, да, хотя я его хорошо разыгрываю, то есть простые набросы, да, моменты. Но сейчас ситуация была еще более опасна. Так, меняться, походу, нельзя, да. Я, да, решаю меняться, нельзя меняться, команде делать. Иди уже. Да, вот и красный арбитр намекает. Судья, по-моему, а тренер, сначала меняются гости, потом меняются хозяева. Хозяева уже поменялись, а гости ничего не делали. Поэтому уже меняться было нельзя. Но я говорю, я про правила рассказывал, что сначала смена, потом хозяева. Большой бонус есть, но команды как бы других сферах. Еще фокусы на смену. Тоже не все тренеры борются, но многие уже в этом бонус начинают, да, игроков приучать к этому, играм опять разыграем свое. Допустим, вот звено соперника. Надо купить тренер, что гости пускают третье звено, третье пятерку, сам берет, пускает первую. Если они это такого характера, можно проворачивать моменты. Это правда помогает. Это можно решить. Так, у нас здесь. Давай. И получается, делать вывести шайбу, вывести, да, из зоны улетает на какие-то орехи. Отбили 40 секунд, да, конца большинства осталось длин, не так много. Вот то же самое, как и работает, когда, допустим, иногда есть момент, бросает, отражает, да, пробивает, сам один что убивает. Опять пас, бросок сразу. Так только, да, появляется момент, угрожать надо, угрожать ворота, надо бросать, иначе не забить. Да, когда убегаешь, опять же, спинка была изначально потрясающая, ты глупо. Она увидела, накатывающая со спины третьего партнера и дал. Да, чё? Здесь надо по-хорошему было угрожать, да. По красивому было дать передачу. Не сложу. Ну что же, медаль, шайба в средней зоне, вот на правый борт, тут да, принимать передачу вообще совсем удобно. В этом эпизоде Александр Орлову, и вот он, да, не смог его принять, там было потом чуть ли не броском эту передачу, он прилетел даже не по льду, а чуть-чуть буквально сантиметр два от льда. Это не подпитка, но игрок хотел отдать именно низом, но чуть-чуть сил переборщил, не смог прижать шайбу на льду, поэтому полетело чуть-чуть на льда тоже. А вот здесь можно убегать, нога бежит по ледону, сразу на решетку партнеру, то центр, бросок, наконец-то, угроза пошла к воротам. Но вот тут вот хорошо в рамке играет Никита Данилин, защищает ворота на все 100%. Белые медведи вновь в атаке ледона, проходит воротам, по ледону не попадает здесь. Здесь ворот прошел сам, причем Дмитрий, да, да, один соперник, он попадает буквально вот уже 7 метра. Да, тут буквально метр был. Не вышло. И опять белый медведь. Еще момент. Ай, штанга! Даже перекладина был в этом месте, просто бросал руки. Я так отдаряю. Можно играть, почувствовали ритм и игру на макушку. Ну и так, старается опять же забивать. Да, смены надо делать почаще, 30-40 секунд, даже 20 секунд смены делать на высоком уровне, 20 секунд, все.
отмахал, туда обратно следом, все, сменись. Откахал, сменись, да. Ну нет смысла, если хоть чуть-чуть же силы потратил, все, конечно. Но если есть такой шанс. Я понимаю, что мне нужно с тем, как играть больше. Я сам выиграл на больше, чтобы переигрывать смену. Никакие смеяться. А вот тут и дай, пацаны, серьезно, если опять не забивают, но Аста продолжает на свою атаку на хозяева. Нет, это ворота не плохо, сразу ворота играет. Здесь нападающий, он там у нас по ходу ворота скинулись, да, остановлен здесь. Отлично, там игрок ударя сыграл, да. Обманул, что пойдет на дальнюю штангу, сам по тормозам резко сбежит, более удобно было игрок в вороте. И как раз в другую сторону, да, он развернулся, и было удобно снимать, да, и заводить шайбу. Если удобно, труднее завести сейчас. Это то, что все многие знают и понятно. Даже по клюшке, да, удобная рука. По красаву, куда куда надо, и его завести удобно. Что, 13 секунд до конца периода? Красно, в зоне белых медведей. Ждем продолжения, что концов второго периода. Очередная остановка, пас рукой. Арбитр увидел, он и очередной красный у нас. Они просто там высокие, в среднем, да, в среднем уже пас рукой по вратаря. Делали его белый мини, такой небольшой пассовый, вы их простите, да, можно в своей зоне отдавать рукой передачу. Ну что, по 3 секунды медведь пытается пойти в атаку, но уже вряд ли получится, мало времени осталось, да, нашел пас на бедах, ой-ой-ой, какой же был шанс. Но Данилин спасает команду, и у нас дальше пауза до конца. Первого периода команда «Янтарь» смогли реализовать свой большой блок. И после этого момента «Янтарь» пытается быстро обратно, получает пройти свою зону, зашли в атаку. На улитку здорово играет, дальше на ворота прострел туда, на двух прокатившихся игрока на пятак, но ни одного из них шайба не приходит. В этом моменте, а вот тут далее раскалил, стал игрок из ворота, далека. Запал оставить до самого конца. До конца первого периода, третьего периода. Но пока она шайба с кафедра сезона вылетела. Заметно еще, потому что тут опять же игроки играют в масках, поэтому когда высоко играют, ну, не так опасно, не всегда видно. Когда же игроки потом надевают уже визоры с 18-летием, тогда уже игра высоко, больше клюшка опасная, видна намного сильнее. Да, потому что там сразу, если игроку не дай бог, клюшка прилетает, он сразу за лицо там, куда она прилетела, и ну больно, это неправда, приятно, клюшка бьет по лицу, испытал на себе, это очень приятно, и на самом деле больно. Века по миру России один раз немного, но неприятно. Да, клюшка хорошая и голодная, а со льдом бывает, там совсем приятно. Благо пока, да, где же есть маска, защищает, но тут белый видит, что дальше контратака у нас уменьшится вверх. Но в момент, кстати, не получается, как у нас.
нападает еще. Он знает по-прежнему, медведь не сохраняет ее у себя в зоне. Я, но время все грамотно делает, и только сейчас выбрасывает шайбу. Не выстоит, надо еще полторы минуты продержаться. Но мы знаем, что у команды есть проблема со входом в зону. Медведи решают в зоне атаки с удобной угрозой поворотом и последовательно. В этом моменте и дальше 5 минут на передаче снова белые медведи с шайбой. А вот тут, кстати, немножко защитник перемудрил, хотя действовал правильно, но момент так перевод, перевод налево, перевод ей пробил в воду. Выполнение Антона Кузова, белые медведи, не знаю, кто забьет, тот, скорее всего, игру уже заберет себе. Не думаю, что команда сможет другая отыграться, но очень куда-то, счет маленький, счет скользкий, ничья. И буквально если одна ошибка, дай бог, будет от кого-то из ответов. Кстати, довольно часто там вот пасть получают два равных противника, решает таким фактом, какая из команд будет меньше два и выше. Когда команда опять вчера попросила, мы делаем пример, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы команда выступает на финалах. Кстати, нанесли уже бросок пустые ворот, но в пол пустые. Индарь ответ на атаку от них, и Томас Таном прижимает шайбу. А в этом моменте. Ну и до конца этого периода 5 минут и 40 секунд играть командам, совсем от времени чуть-чуть. Осталось коллективом до завершения третьего периода. И пока 1-1. Табло, да, ничья. Правда, я сразу сказал, что равный интерес. Да, реально команды каждую игру играли. И один раз, кстати, до овертайма они дошли. Да, это был счет 2-1 в пользу Индаря. Орел! Орел! Мы можем повторить историю. Просто дело, если команда 5 сыграет в ничью. Ну, узнаем будущее, пока еще рано. Об этом гадать, что игра нормально есть. И команды могут забить тут у нас. Останавливается игра, и да, и пока у нас медведь один, да, игрок сидит долго, таким, да, вот как раз за грубость у игрока надолго посадили. Но вопрос, чем было сажать второго игрока. Да, одно дело, если бы ему дали бы удаление, тогда да, нужен бы второй игрок, который бы вышел, когда закончилось удаление, а тот игрок сидел бы дальше, да, допустим, там, когда его успеет, или когда дают там большой штраф. Хорошо, хорошо. И гости красиво здесь игрок играл, но правда пас не туда, да, вот Вперед, сущий подумал, отбирает шайбу, 5 секунд, тут же едет, шайбу, в ряд и залетит.
команда «Белые медведи»...